Я знаю, что тут. Тут Карай. Лео, я не здесь, чтобы бороться. Тогда ты веришь мне о мастере Сплинтере? Это сложно, Лео. Шреддер тренировал меня, родил меня. Он мой отец в многих способах. Но он лгал тебе, Карай. Правильно. Так ты сказал. Тогда почему ты здесь? Шреддер создает оружие, чтобы уничтожить тебя и город, и я не могу идти с ним. Tiger Claw has a super mutagen now, and he's handing it off to an alien from Dimension X. They're supposed to meet up at the docks. Then we have to hurry. If you dash, you'll be able to take a shortcut. It should be just down the street. Yeah, я теперь могу делать dash. I have to get back before they realize I'm gone. Karai, wait! И Кейси выглядели как говно, и Карай выглядела как говно. Почему? Неужели так тяжело было сделать нормальную модельку персонажа? По-моему, это ну не тяжело, мне кажется. Ну, чтобы они не выглядели как дерьмо. Ну, по-моему, это не трудно. Или я что-то не понимаю, может? Я уверен, что где-то есть здесь. Как-то можно наверх пробраться, но... Чё тут? Почему я там пройти не могу? Here's a foot... О, боже мой, вот это шутка? Вот это шутка. А чё наверху-то там? Вау. Секретики. Ну ладно. Странно. Но я к тебе еще вернусь, странное место. Так, там я пройти не могу. Тут я пройти могу. Привет. О, тут что-то есть, тут что-то есть. Пицца, яй. Место где сохранится? Ой, новая карта, яй. Яй. Когда я в прошлый раз играл, я пропустил это место, вообще вслепую, считай, ходил. Ура, у меня теперь карта есть к этим докам. Круто. Я же говорю, надо же каждый кубик исследовать. Вот где у меня еще не исследованные кубики? Вот там наверху, например. Или вон там, например. Кстати, я понятия не имею, как попасть вот туда. Кстати, мне еще как-то Рафа надо освободить. То есть, походу, мне придется зайти в здание идти серой. А как я этого не хочу? Или можно как-то другой, может, здесь способ какой-то есть? Ну, вот, например, по канализации. Вот, может быть, там где-то можно выйти. И спасти Рафа. Стекло разбил, но я не пролетел. И где я оказываюсь? В доках. Нет, обратно. Потому что... Рафа спасти, да. Я ведь очень хотел спасти Рафа. Во, вот это ниндзя. Ей. Я улучшил свое здоровье. О, намного. На пару ударов так точно. Ау. Во. Не, ну как бы, в принципе, можно пойти через TCRI. И туда в канализацию через так. Но в чем-то в этом смысл. Как же искать мне приключений? Вау, он теперь так даже умеет. Не обязательно приседать, он просто херакш и все. Это все. Это теперь все. Если бы он еще так мог атаковать, вот пока делает подкат. Вот дэш. Было бы супер-супер круто. Who needed this?
Ты издеваешься? Так, вниз, 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 вниз. Ах, да, и почему же? Окей, пойдем через так. Раз по-другому нельзя. Надо как-то отвлекать, бить всех подряд и просто пробегать через уровни. Потому что иначе как-то надоедает. Ну, да. Маузер, маузер идет нафиг. Ау! Что-то я слышу здесь электричество. Level up, awesome. Ау! Майки! Сюда иди. Так, я еще могу дальше прыгнуть. Как мне показалось, там что-то есть. Но мне всего лишь показалось! Ради апгрейдика, я думал, блин, здесь дальше как... Игра меня обижает. Здесь пройти нигде нельзя. Блин, ну неужели придется тащиться туда? Тессерай. Ну здесь еще один проход есть. Ну и здесь что-нибудь будет. Ау. Ну, есть. Здесь что-то есть. А, придется тащиться через все то здание туда, вот, блин. А знаете, я тут подумал. Да ну нафиг этого Рафа. Не, ну серьезно, что он на себя замнил? Что, я спасать буду? Тащиться, блин, так далеко через весь город. Да в жопу идите оба все. Да... В зеркало попасть не могу. Замочили врагов, теперь здесь проходим так. А прикинь, если бы у меня серегенчиков не было бы, что тогда? То я бы не прошел. Блин, на этом уровне музыка еще хуже, чем на всех предыдущих вместе взятых. Что, такого быть не может? Ну вот. Оказывается, может. It's Danny time. Давай, Danny, покажи всем, как это делается. Донни, ты тормоз. Вниз, да, вниз. Внизу будут секретики, надеюсь. А, нет. Там, где карта, мне не открыта, будут секретики. Давай, комнатка с регени... с этим, медитацией. Так, ну, да. Ну да, да. Да. Я пойду обратно. У меня там карта открыта. Там что-нибудь такое интересненькое будет, может быть. Тоже пройти нельзя. Офигеть! А где Дон? Вот здесь. У меня уже 40 сюрикенчиков. Круто. Я тот.
What? Игра... Карта забагалась немножко. Ау. Ай. Так, выйдите нафиг. О, этот, как его? Котик. Ща я его возьму. И у меня тут 15 экспириенса. Так, пойду обратно. Я здесь нигде пройти не могу. И здесь как-то игра багается. Нафиг иди. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Так, идем сюда. Потому что там я могу пройти. Вот эти, походу, вот эти чуваки, они, походу, самые мощные. Ну, то есть, как бы, не самые мощные, да. Они, как бы, они чуваки, которых надо мочить дольше всего. Оу. Чё тут, чё тут? Медитация. Ей! Ой, там проходик еще есть. С секретиками. Так, куда я прыгнул? А теперь куда я прыгнул? О боже мой, сколько их. Просто пробегаю мимо, не замечая их вообще. Куда я прыгнул? Куда я пришел? Я, по-моему, в Нью-Йорк только что обратно вернулся. Я не хотел этого делать, если честно. Ты-ды-дын. Дополнительные пиццы, которые я буду собирать. То есть, вот, собрал я, например, пиццу, а у меня же ХП полная. И, короче, они будут храниться в этот... почему? А они будут сохраняться в этот вот, да. И теперь круто, типа. Вот здесь появилась дополнительная иконочка. И типа каждый раз, когда я буду собирать пиццу, когда у меня уже ХП полное, оно будет добавляться туда. О, еще кот. Чего так много-то? Третий уже. Перепрыгиваем, 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 перепрыгиваем. Заходим. Оу. Здесь местечко, где можно будет освободить черепах. Правильно, я угадал, да. Я умный, я же знаю. Конечно. Офигеть, блин, я... Да ты жопа тупорылая, ты не понимаешь, что я только что сделал себе полный ХП, и тут меня сразу же говноеды эти... Ненавижу. Офигеть. Вот у меня такой вопрос. Смотрите. Значит, вот эта стена с кирпичами, да? На нее я типа залипать не могу. Только на гладкие стены. Но логика где? Черепахи, наоборот, им должны быть как бы легче за эту стену закрепляться, потому что она как бы на ней кирпичи, да? Только не смей скинуть меня, говна, кусок. Так. Блин. А, все, идите в жопу. Достали. О, апгрейдик. Для яичек. Ты издеваешься, ты ставишь блок, а потом, блин...
Так, ну я уже начал находить края вот этого, этого места. Ой, там... Там был... Там было, я видел, там было, да-да. И че это? Вау. А, три сразу, типа так. От них никакого смысла, они все равно мажут. Ай, куда идти? Я уже запутался. В задницу идите, так. Так, ну вот рывками такими надо бежать от них всех подальше. Как можно быстрее и подальше. Где я теперь? О, Эйприл. What took you guys so long? April. Oh, thank goodness you're okay, my poor sweet. Sorry. Tiger Claw is here. He has the super mutagen. But no neutralizer yet. Neutralizer? I haven't seen. Wait. He's here too. You have to hurry. Don't worry, April. We can handle it. Stop. Tiger Claw is too powerful. He's beaten you before. You need to think strategically. Try to anticipate his moves. See his attacks before he makes them. Then counter them. Wow, теперь я могу контратака. Just be careful, okay? Don't you worry, April. Your man is on it. Good luck, guys. Gotta go. Dad wants me home. Пока. А почему так, что не было никакого секрета? Типа, ладно. Ну, то есть, как бы, я играл за Донателло, я думал, сейчас какой-нибудь диалогик будет такой, как-нибудь поинтересней. Ну, не знаю, как-то. Что-то, наверное, я не то сделал. Привет, вас много... Вау. Ай, не так, ну-ка. Вот так вот. Мы делаем вот так вот и вот так вот. И как Эйприл сказала, сейчас здесь будет... Тай, ой, я скипнул диалог. Salamandrian tech is the deadliest in the Ten Dimension. Very well. We'll be in touch. Take your time, Lizard. The turtles won't be around much longer. Do you have any idea what that mutagen is capable of? Do you know why you always fail? Your incessant need to talk. Shut up and fight. По-моему, больше всего ты здесь болтал. Ау. Ах ты, пистолеты. Тихо, черепаху поменять. Потому что нам не нужно дохлых черепах. Ладно, ладно, как хочешь, у меня как бы много еще сюрикенчиков. Я могу контратаковать теперь. А, я сейчас сдохну! Пока. Смотри, Ава. Все, всосал. Всосал. No matter. Neutralizer's been in Dimension X our entire battle. Meaning he's had weeks to complete the weapon. With it, Shredder will have complete control over the mutagen, able to create whatever he wants. Your days are numbered, Turtles. Yes! We get to go back to Dimension X! I get to be super awesome again!
Мы возвращаемся. А если... А я не хочу в измерение X. Тем более, я даже не знаю, как туда попасть. Да, здесь можно было восстановиться. Уичи тоже восстанавливается, когда... Круто! Не, за майки хочу теперь. Ну, прикольно. Прикольно тогда. Я так понимаю, сейчас там те коробки уже пропали. Привет. Белка. Их много. Мне сюда. Какую кнопку... Ай! Вы издеваетесь? Издеваются! Так, я в какой-то большой комнатке. Ай! Белка! Белка! Охренела, белка! Так, мне немножко страшно, потому что я сейчас умру. Как насчет того, чтобы сгонять здесь наверх и найти там секретик? Потому что я хочу секретиков. Пока. Там я не пройду. О. Что-то как-то они начали часто встречаться, эти медитационные комнатки. Да? Там будут секретики. 100% здесь будут хоть какие-нибудь секреты. Я очень надеюсь. О, белка. То есть это бурундук скорее, чем белка. Ей! Я теперь апгрейженный. Намного, кстати. У меня теперь, блин, супер большой хп. Куда мне идти? У меня только одно место есть, которое я могу пойти, и оно вот-вот вон на там. И, скорее всего, туда мне и нужно было. Но я что-то втупил и решил пойти в другую сторону. Теперь я здесь. Так, Майкеланджело где? Это я обратно в канализации, да.
Ужас, ужас. Блин. Блин. Мать его. Ты издеваешься? Сраная белка. Какой он неумираемый. Он. Брундук. Так, мне туда, да. Мне сюда. Здесь у нас местечко медитации. Офигеть, они такие частые. Так, новое место. Новые комнатки у тромов открылись. Прикольно. Кстати, теперь вот той, погоди, в обратно в TCRI тащиться? Ну, как бы да, но... Ну, это я понял, то есть... Я имею в виду... Там что-то новенькое появилось? Там было пару комнатки, которые... Пару комнаток, в которые я пройти не могу, но... Мне казалось, это чисто как секретики, может. Видимо, нет. Вау, что это? Я что-то нажал, и что-то произошло. Блин, сколько их? То есть это уже какой вот этот вот? Вот этот, как его? Какой? Какой? Я уже их 10 собрал, этих апгрейдов сирюкинческих. А сколько? 20? Ну, наверное, 20, ну, раз так-то. Кстати, я там дернул за рычаг тут, и что-то произошло. Ну что, у нас сейчас все в вазе. Боже мой, сколько там белок. Ау. Ты че мне туда? Эл, эл, знаете что это? Это отсылка, это отсылка, это отсылка. Тихо. Вот это вот, вот, вот это. Отсылка, вот эта бомбочка, это, короче, отсылка к самой первой игре про черепашек. В подводных. Там, это бомба. Она была в подводных уровнях. А я сейчас под водой. Да, такая отсылочка, я бы сказал, да. Ау. А у меня больно. Тиси. А чё... Я вернулся в здание Тисирай. На, а я сюда не хочу, я пойду обратно, может там секретики какие-нибудь найду. А почему белочки взрываются? То есть у них взр... Вау, 11-я. Белочки, они как будто взрывают... Ну, у них взрыв такой. Они как будто взрываются. Вау. Это я так что... Я, наверное, сейчас где-то близко к Рафу. Да? Правда ведь? Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так-так, никого не было. Стоп! Я все равно вернулся в здание TCRI. А какая у меня же большая открытая карта? Подожди, что это за стрелочки такие?
Это там что-то. Вот там что-то. Кран какой-то. Блин. Потом... Знать бы, что все эти за... Знать бы, что это все за такие значки. Ну, мне сейчас, наверное, надо... в Dimension... В измерение X. И как бы... Я правильно пришел в здание TCRI. Мне еще интересно, что вот как бы... Блин, это карта. Это ужас какой-то, а не карта. Я не знаю, как по ней... Ладно. Мне, в общем, надо туда, да? И я там что-то нажму. Но поскольку я сейчас в здании TCRI... Кстати, я на самом деле недалеко от Рафа. Очень недалеко. Давайте я пойду Рафа спасу. Я так хотел. И пойду это сейчас и сделаю. И по пути, может, какие-нибудь новые секретики найду. Мало ли чё. О, да! Ты мог сам себя освободить! Да что ж ты не освободил тогда сам себя, раз, блин, я тут весь Нью-Йорк оббегал, пока ты хотел освободить сам себя. Вообще... Ладно, тащимся обратно к Рэнгам. В здание. Нафиг иди. Извращенец. Ну а вот и мы пришли в здание Крэнгов. Хотя, если честно, по-моему, мне нужно было идти через тот проход, который я пришел. Хотя не. Ай! Хотя не, не обязательно. Да, ты идиот! Во! Так, ну... Я просто смотрю, куда мне идти и куда мне не идти. Так, мне не туда. Сейчас мне надо тащиться наверх. Я сейчас все правильно иду, надеюсь. Потому что мне бы очень сейчас не хотелось возвращаться и идти там в другое место, блин, 3 миллиона лет. Я сейчас выйду на улицу? А, нет, блин, игра меня испугала. Ну офигеть, я могу сказать. Вы как бы сейчас это понимаете, то, что мне нужно тащиться обратно. Через всю канализацию, в другой вход. Ай, офигеть. Ну ладно, это уже не игра вина, это моя. Но все равно хочется обвинить игру. Стоп, что? Стоп, что? Я, это, стоп, что? Это, получается, мне... Надо теперь тащиться через весь город, да? Ну, ребята, ну зачем так издеваться? Твою мать. А, знаете что, на этом я закончу вот это, я не знаю, сколько там, трехчасовой марафон. А, да ладно. Как это? Как это час 47? Хотите сказать, играл только... Считай, 50 минут?
Не-не-не-не, как минимум 2 часа. Игра врет. Фу, на тебя игра, быть такой плохо. Ладно, я имею в виду, как бы на этом я закончу. Я из этого сделаю, ну не знаю, сколько получится, там придется много повырезать, я очень много бегал, просто молчал, потому что сказать было просто нечего, потому что на экране ничего не происходило. Вот, а на это все. А если вам понравились эти видео, я не знаю, сколько, 2-3 из этого я сделаю, поставьте им обоим пальцы вверх. А на этом все. Всем пока! А, нет, я забыл сказать, что, типа, подпишитесь на канал, если вам понравилось это видео. Ну вот, точно, 1:40. Да не, 40 минут. Ладно, игра тупая. Ладно, всем пока!